Sensation Санкт-Петербург, 18 июня. Мы здесь, и у нас в гостях группа Форпост. Yeah! Эти молодые ребята выглядят до горы очень юными. Я не знаю вообще, как вас мама отпустила. Вы первый раз на таком мероприятии на Sensation? Да, мы в первый раз. Безмерно счастливы сегодня здесь присутствовать. Спасибо MTV за такой праздник. Здесь очень круто. А как мама отпустила вас на такое мероприятие? Мы убежали от нее. Ты! Ребята, электронная музыка у вас в жизни вообще какое занимает место? Самое позитивное, самое главное, на самом деле, это настоящий, самое танцевальное, это праздник. Это наших сердец праздник. Ребята, ну что, то есть ждать нам ремиксов-то, да, хаусовых? Да, безусловно, совсем скоро. Но мы стараемся и рок-музыку делать танцевальной. В этом, наверное, наша отличительная черта. Потому что пока молодые, надо, чтобы все вместе с музыкой билось быстро, круто, как это делают здесь, на Sensation, в Санкт-Петербурге. Sensation forever!